На улицах работала техника. Для восстановления размытых участков людям во дворы завозили гравий, помогали очистить дома. На улице Искра на месте снесенных заборов по распоряжению главы установили новые в едином стиле. Привели в порядок и тротуары. Мы стараемся так, чтобы Кудепста стала краше, чем была. Улица Искры вот приведена в соответствие. Восстановлены заборы, посыпаны тротуары. Мы помогли жителям убрать все, что было у них во дворах. Всего во время наводнения в поселке Кудепста было подтоплено 68 домов. Всем семьям помогли справиться с последствиями разгула стихии. По решению конфликтной комиссии нуждающимся будет выплачена материальная компенсация. Сейчас большинство домов уже приведены в порядок. Весь мусор убрали, все восстановили, обрезали, обчистили, вынесли, наверное, тонны мусора. Вот. Ну и мы, конечно, с ними работали. Потом это в квартире нам помогли убрать. Сейчас, пока в городе еще действует режим ЧС, на реке Кудепста заканчивают чистку русла. Рабочие продолжают благоустраивать поселок. Новый забор и тротуары в ближайшее время появятся на Сухумском шоссе и в переулке Александровском. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.